Хорошо. У нас остались еще 10 вопросов, которые вы хотели задать своему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Илоны. Это женские энергии формируются. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Приветствую вас. Благодарю за эту возможность присутствовать в этой комнате. Приветствуем вас. Меня зовут, уважаемый, вы куратор или учитель? Я куратор. Представьтесь, пожалуйста, как мне к вам обращаться? Обращайтесь ко мне, Алиса. Алиса. Приветствуем вас, уважаемая Алиса. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Илоны, вытащили все, что ей мешало. Остались 10 вопросов к своему куратору, которые она хотела бы вам задать. Будьте ли вы так любезны, Алиса, вы уже сказали, вы пришли для этого. Можем начинать с первого вопроса? Конечно. Благодарю вас. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Ты межгалактическая душа. Дом твоей души выглядит как станция, которая производит... Я бы сказала, где рождаются межгалактические души, где зарождаются межгалактические души. Эти души относительно молодые, но они сделаны с учетом всех погрешностей и опыта других душ, созданных ранее, начиная с первородных. Межгалактические души быстро учатся и набираются опыта, догоняя своих прежних братьев и сестер, более опытных и развитых. Галактические души быстро набираются опыта, потому что поглощают все из жизни и не стоят на месте. Они имеют, как правило, как это сказать, много действий на Земле. Они очень заняты и получают опыт со всех сторон. Бизнес, дом, семья, друзья. Если им это нужно. Они развиваются за счет этого быстро, потому что применяют свой опыт в каждой сфере. Благодарю. Благодарю вас, Алиса, за этот развернутый ответ. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? 10 уровень высшего я. Благодарю вас. Третий вопрос. Как я могу связаться с тобой, мой куратор? Связаться со мной, я не уверена, что ты пока готова, но вот тонкая копия, она бы хотела сказать тебе напутствие, слушай свою интуицию. Иногда тонкая копия, она осознанная и развитая, прошла много опыта. Тонкая копия — это как часть твоей души, которая помнит все свои воплощения и жизнь между воплощениями. Она дает тебе толчок. Слушай свою интуицию больше и чаще. Обращай на это внимание, если тебе изнутри приходит какой-то инсайт или информация. Так ты будешь развиваться более в правильном направлении, иметь правильные ответы, не вмешивая сюда чувства и эмоции. Со мной ты сможешь связаться, конечно же, телепатически. Так работает наша связь. Телепатический вопрос, телепатический ответ. Без суеты, в месте, где никто не мешает, в легком трансе, как, наверное, ты уже это знаешь. Но я не уверена, что ты пока готова к этому. Развивай свою интуицию и старайся связаться со мной. Один день ты это поймешь по знакам, которые будут вокруг тебя. Ты будешь понимать, что это мои ответы. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос, четвертый. Каковы мои задачи я должна решить здесь, на Земле? Одну секунду, я бы хотела добавить по предыдущему вопросу. Пожалуйста. Я бы хотела пояснить, почему ты не готова для связи со мной. Твоя голова забита проблемами и действиями, в том числе других детей, людей, твоих детей, семьи, дома, работы. Это как рой в твоей голове. Чтобы связаться со мной, твоя голова должна быть пуста, поэтому работай над этим, опустошай свою голову, и когда у тебя это получится, связь будет чистой. Извините, что не до конца раскрыла вопрос. Повторите, пожалуйста, следующий.
Это то, о чем вы говорили, называется достичь состояния безмыслия. У нас есть такое выражение на Земле. Совершенно верно. А вопрос, который она хотела задать, это четвертый. Каковы мои задачи, я должна решить здесь, на Земле? Развитие. Твоя задача – это развитие. В разных сферах успех, понимание, принятие. И сила, которую дает тебе это развитие. Например, работа с детьми. Ты не должна подпускать чужие энергии и, я бы сказал, капризы и проблемы до себя. Ты должна выслушать и спокойно объяснить на примерах, на своих, на чужих. Но не допускать расстройства внутри себя. Это называется прогресс, и это называется дружеские отношения. Когда ты выслушиваешь и даешь нужную информацию, обрати внимание, не совет, там, где тебе не просят, а именно информацию, которая будет полезна ребенку, если уж мы говорим о детях. В этом и есть твое развитие. Не принимать боль близко к сердцу, не принимать капризы, расстройства, неудачные действия других к себе, быть изнутри спокойной, и развиваться в разных направлениях, как я уже говорила раньше, дома, семьи, бизнеса и окружающей среды. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какие мои скрытые таланты, которые у меня есть, и как их использовать? Самый твой главный талант – это смирение и понимание себя. Ты разбрасываешь себя и редко находишь время для себя самой, чтобы уйти внутрь себя, углубиться и понять, что ты конкретно хочешь. Не другие, а ты. Ты очень много берешь на себя со стороны, как я говорила раньше. Но ты совсем не знаешь себя. Ты не задумываешься об этом. Но это главное. Это твоя защита, твой стержень, твоя уверенность. И спокойствие – это то, что нужно окружающим. Если ты найдешь в себе этот стержень, поймешь себя, у тебя всегда будет спокойствие, которое передается за пределы твоих тел. И окружающие будут спокойно рядом с тобой. Сами того не понимая, твои энергии будут наполнять дом уверенностью и спокойствием. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Какая духовная практика лучше всего подходит мне для духовного развития? Очень много практик. Самые простые – это визуализация, закачка энергии, сброс негатива, медитация. Но правильная медитация. Нельзя просто выходить в астрал, выходить из тела, представлять и связываться с кем-то. Это очень опасно. Поэтому легкая медитация и очистка ума – это самое первое. Очень много практик дыхательных, балансирующих тело, растяжки и йога. Есть цигун, который балансирует энергии вокруг тебя. Это самое простое, что есть на Земле. Все остальное также существует. Эксперименты над своим биороботом и разные другие практики, укрепляющие дух. Что тебе нужно? Развивать свое познание в этих практиках и слушать свое сердце, подходят они тебе или нет. Не всем подходят все практики. Послушай свое сердце и определись, что нужно именно тебе. Это будет самое правильное, а также это будет тебе полезно, чтобы начать слушать себя и обращаться к себе в таких, я бы сказала, простых ситуациях. Вы хотите ответов от куратора, но вы забываете, что ваше сердце всегда ведет вам в правильном направлении. Начните с себя, начните со знакомства с собой, со своей глубины и силы. И тогда радость будет лучиться изнутри вас, потому что вы всегда будете в балансе. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какая карма связывает меня и мужчину, с которым я живу вместе и есть дети?
Я бы не назвала это карма. Это урок, который вы вместе проходите, обучаясь друг на друге на совместных отношениях и воспитании детей. Вы многому учитесь друг от друга. Разве не так? В чем же здесь карма? Это уроки, которые вы проходите, чтобы стать лучше. Извини, что перебила тебя. Я просто хотел сказать, мы все учителя и ученики друг другу, поэтому... Совершенно верно. Поэтому именно так и нужно принимать это, понимать. И тогда вы сможете диалогом решить любую проблему, помогая друг другу. Благодарю. И я благодарю. Следующий вопрос, 9-й. Какая причина тому, что я не хочу иметь связи с людьми, разговаривать, встречаться и общаться? Дело в том, что ты, как я уже сказала, переполнена чужими проблемами, которые ты допускаешь до себя. И твой настрой — это настрой губки, которая в себя все впитывает. Интуитивно ты понимаешь, что, встречаясь с другими людьми, ты будешь впитывать их негатив. Поэтому интуитивно ты отталкиваешь эти встречи. Помни об этом. Это то, что я тебе говорила. Это маленький урок. Если ты будешь спокойна изнутри, не допуская чужого негатива и чужих проблем, с которыми с тобой делятся, ты никогда не будешь, как это сказать, вампиризирована. Извините. Становиться люди, жертвой вампира. Которые вампирят тебя, твои энергии. Потому что твои энергии, как пружины, будут отталкивать их. И им самим будет неприятно встречаться с тобой, потому что твои вибрации будут выше их. И им это будет неприятно. Поэтому так важно быть сильно изнутри. Благодарю. Благодарю вас, Алиса. Об этом сегодня говорил демон, которого мы вытащили, 13-герцовый, как раз насчет этой губки, которая впитывает в себя все чужие проблемы. Нужны они ей или не нужны. И это явилось для него той дверкой, когда он зашел на свою чистоту, потому что человек понизил свои вибрации. Я просто хотел объяснить, еще раз подчеркнуть важность ваших слов. Наверное, демон тоже зашел рассказать о своих проблемах. Скорее всего, так и есть. Благодарю вас. Идем дальше, Алиса. Пожалуйста, продолжайте. 10-й, последний вопрос. Какой ваш самый важный совет для меня на этот момент, что я должна знать? Благодарю. Хорошо, я бы подытожила по всем предыдущим вопросам. Из всех вопросов ты должна выбрать самое главное. Самое главное – это то, что ты не слушаешь свою интуицию, свое сердце, и ты не знаешь ничего о себе внутри. Я как личность рассыпана, раздарена, расплескана, поэтому у тебя нет энергии. Ты устала решать чужие проблемы и капризы. Сейчас у тебя нет интерферентов. И первое, что тебе нужно, это помнить, что у тебя есть свой стержень межгалактической души, который выглядит как звездное небо. Темное в звездочках, усыпанное разными большими и маленькими. Гибкая и прекрасная, тонкая копия или 7 тел, чакры, энергетические центры, которые имеют каждый цвет. Твоя тонкая копия подсказывает тебе и дает толчок твоей интуиции. Вернись в себя и научись слушать себя. Это первый главный урок, который ты должна усвоить и начать с этого. Ты же ждешь помощи извне, а твоя помощь внутри. Пока ты не почувствуешь себя цельной, пока ты не поймешь, что у тебя есть душа, сердце, которое дает тебе много-много подсказок, ты не сможешь развиваться дальше сбалансированно и гармонично. Ты всегда будешь делать технику без души. А без души техника работает, но очень мало, недолго, так как она не несет силы, и интерференты это видят. Даже читая манифест, ты должна читать его изнутри, из глубины, понимая каждое слово и соглашаясь с ним или не соглашаясь, это тоже твой выбор.
Вот это мой совет. А теперь дай мне твои руки. Я активирую твой внутренний стержень души. Он гибкий и находится в твоем позвоночнике или же чакрах, исходя из одной в другую. Сердце – это главная точка, которая дает тебе толчок интуитивный, которое нужно слушать. Готово. Отцветание пишите, уважаемая Алиса? А я сказала. Вы сказали. Хорошо, благодарю вас. Это выглядит как звездное небо с маленькими большими звездочками внутри. Вот сейчас увидел. Благодарю вас. Уважаемая Алиса, вопросов больше нет. Стержень вы активировали. Остался маленький нюанс, о котором вы, возможно, пока еще не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит. Мы всегда делаем один определенный подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Алисы, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответ и за ее помощь подопечной и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой удивительный, экзотичный подарок. Благодарю вас. С удовольствием приму такой. Передавайте. Очень рада этому подарку. Вы осчастливили меня сегодня. Передавайте, пожалуйста, привет месту, откуда вы пришли. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все, что им мешает, открыть эти двери, в которые они дальше должны уже пойти сами. Конечно, я расскажу всем кураторам и покажу им этот замечательный артефакт с Земли. Отлично. У вас и был опыт на Земле, Алиса? Вы жили? У вас просто очень серьезные знания такие. Очень давно. Очень давно. Хорошо. Благодарю вас. Это не являлось вопросом вашей подопечной Илоны. Мы закончили. Позвольте на этом месте сказать до скорых встреч. Всего вам наилучшего. И привет вашей родной планете. Благодарю вас за эту встречу. Я благодарю мою подопечную, что она решилась задать мне эти вопросы. Я думаю, что мои ответы каким-то образом помогут душе в дальнейшем развитии. Благодарю вас еще раз и до новых встреч. Благодарю вас и до новых встреч. И рассинхронизируйся, Вера, пожалуйста. Готово. Хорошо, Илона, мы закончили встречу с вашим куратором Алисой. Вы получили ответы на все свои вопросы? Да, очень интересные ответы. И да, я действительно хотела передать своему биороботу, что я иногда даю толчки, интуитивно подсказываю ответы. Надо обращать на них внимание, а не игнорировать. Благодарим за эту информацию. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать тонкую копию Луны в ее систему биоробот душа и сразу перейдем к чистке ее дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Луны в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.